Весь мусор в этой стране бесследно исчезает, а из переработанных пластиковых бутылок делают самые лучшие дороги в мире. А вы знали, что Сингапур — это страна будущего, и там практически нет мусора, а из пластиковых бутылок делают отличные дороги? В Сингапуре от всего мусора избавляются буквально за один день. Каждый день более 2000 грузовиков собирают весь мусор и свозят его в бункер. По всей стране работают 4 завода по сжиганию отходов. На заводах отходы утилизируют, сжигая их. Полученное при этом тепло преобразуют в электроэнергию, которую затем используют в жилых домах и других зданиях по всей стране. Дым, выделяющийся при переработке, проходит тщательную фильтрацию и становится безопасным для окружающей среды. Оставшийся после сжигания пепел смешивают с цементом и используют для производства кирпичей. Вторую часть мусора — это пластик. Сингапурская компания перерабатывает в материал, полностью заменяющий обычный битум при строительстве дорог. С такого государства нам нужно брать пример. Если вы не следите за нашим каналом Business People, вы, вероятно, больше никогда нас не увидите. Если подписаны, поздравляю, вы умственно растете каждый день.